тяжко мне, но не хочу я злой судьбой моей мириться. Я один, но не могу я силой темную не биться. Я погибну, ну так что же? Коль мое погибнет тело, будет дух мой так же биться. Все за то же святое дело. Я желал бы сон нарушить, сытых счастье разрушить, мрак развеять, разогнать. Всем униженным, скорбящим, всем о счастье молящим я хотел бы счастье дать. Как журнал называется, помнишь? Революция и поэзия. Ты запомни. А редактора как зовут, помнишь? Товарищ Соколов его зовут. Товарищ Соколов. Идти будешь, не останавливайся. И Сорокина слушайся. Не упрямься. Запомнил? Ну, а все, что было, что будет, все в памяти держи, ничего не забывай. Понял? Ну, чего ты все молчишь? Можно я с вами останусь? Нельзя. Это моя просьба и приказ.
Сорокин. Ты в Москве Соколову отдашь, он все поймет. Ну, держи, Вань. Ты уж там насочиняем. Москвах-то. Да, и про меня не забудь. Остался вот один листок. Место мандата тебе будет. Ну все, поторапливайтесь. Касьян! Скорей, скорей! Скорей! Сейчас, 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 сейчас. Давай, 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 Касьян, ну! Сынок. Уйди, мамань. Уйди, мамань, уйди. А, люди, пожалейте. Пожалейте. Один он у меня единственный. Иванушка, Иванушка, как же это так? Мы с твоей мамкой по ягоды ходили. А как же это друг друга-то убивать? А, кровинушка-то одна. А это ты у него спроси, бабмань. Он эту кашу заварил. И сына твоего сманил. Что смотришь-то? Обманывал ты их. Вот и скажи им теперь. Скажи, что обманулся ты. Тебя обманули, и ты обманул.
Скажи, а я тебя отпущу. Вот тебе крест отпущу! Они теперь другие. Знают, что жить можно по-людски, так, а не по-скотски. Не ползать в ногах у тебя. Не обманулся я и не обманывал. Они другие. Быстро. А может быть, они после твоей коммунной смерти перестали бояться? Да я себе пулю в лоб пущу, ежели... Ну, смотри, смотри. Все его знаете! А чего молчите? Он же ваших детей учил! Вас лечил! Ты его знаешь, Бордунь? Знаю, Голубь, знаю. А ты, дядь Лёш? Знаю, Голубь. Вот хорошо, вот и дело. Я его отпущу! Отпущу! Ежели кто из вас вместо него встанет. А керосин мы найдем. Мы сыщем керосин. А! Ну, выходи, старые убогие, а? Бабар, дядь Коль, ну что, не идете правильно? Другие они. А! Как же, жди! Не вышел и не выйдет никто! Моя правда! Сейчас. Меня отпусти. Иван Тимофеевич. Ну, прости ты меня. Ну, прости ты меня, Христа ради, а? Ну, пожалей. Не губи. Ну, ради матушки пожалей, а? Ну, прости ты меня, Христа ради! Касьян! Вставай! На! Держи! Ну! Вот так. Вот и живи потом. Шагай, сучок, шагай! Касьян! Иди сюда! Куда? Стой! Этих возьму! Касьян! Касьян! Запаляй! Прятал, гад. Дядь Вань, глянь. Ну, петух, давай, давай, рассказывай. Ну, так они же это, в Москву идут. Учителем приказал. Поэзия, говорит, вот этого маленького для светлого будущего сохранить надо. А этот? Ну, это при нем вроде охраны до самой Москвы его довезть должен. А это что такое? А это вот она сама поэзия есть. Учитель сказал, вроде мандата. Все. Все? Ну, ступай. Ступай, ну. Ступай, чего стоишь? Вот так вот, Федя! Сегодня промазал, а завтра... Завтра! На сенокос выходи! Коммунар. Держи. А я ведь узнал тебя ржавой. Это ты в прошлом году моего отца батрачил, да?
Мужик-то ты вроде работящий. Чего ты в эту коммуну полез? Она вон! Вон кому нужна. Да они. Они твой хлеб жрать-то будут. И тебя нахваливать, дурака, пошли, мол, Ванюш, молодец. О, Митянь, вернется она своего светлого будущего, запрыгнет тебе на горбушку и пахать заставит. А? Во, Кося! Правильно. Не боись, все по-нашему будет. Ваня, ты погоди пока. А ну, вставай. Пошел. Нет. А ну, нет. Пошел. Вставай. Сорокин. 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 Сорокин! 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 Не убивай! Сорокин! Время давай! Сорокин! Не надо! Сорокин, не надо! Мешки не забудь. Ну, а ты, Ваня, как жил ты, бедняга? Без отца, без матери? Да по-всякому жил. Ну-ка, берись давай. С людьми разными. Кого-то чистил. Слепых по деревням водил. Меня жалели. Учитель меня читать научил. Ничего, ты голову не опускай.
Иной он и при отце, при матери. Рощин. А ничего у него, кроме одной фамилии-то, нету. Вот так вот. Да. А ты ведь, Вань, мне по первости не понравился. Но зачем, думаю, такой малой коммуне? Оно, конечно, много не съест. А работать-то за него я, что ли, буду? Не с места! Арестованы! Следуй за мной, живо! Стреляй без предупреждения! Шагай, да, шагай! Погоди, товарищ! Зашевелись! Да погоди ты! Дезертир! Ой, дезертир нашел, гляди-ка, а! Мужики, так мы же свои! Разберемся, разберемся! Свояк! Ну, беда! Вот ну! Ну! Ой, беда! Ну. Дело-то получается. Даю две минуты. Ну. Фамилия? Чье? Мое? Сорокин. Имя, отчество? Иван Федоров. Возраст? Чего? Лет сколько? А, 40. Нет, 42. 43. Так. Родился где? Брянская губерния, Жиздринский уезд, деревня Березовая. Товарищ дорогой, водички бы... Чего? Да я говорю, водички бы испить, вон, понимаешь? Курносов, дай ему попить. Ага, во, ага. Из кулаков. Да нет, какой там? Из бедняков мы. Ну, самый голь. У меня отец мой... Семейное положение? А никакого положения. Бабы Илья. Ну, мне с этими бабами... Ага, благодарствую. Давай, Вань. В какой партии состоишь? Да нет, вот в партию я бы, конечно, с радостью, ежели бы грамоту знал. Ага, как выучусь, так сразу, сразу, ага. Воевал на какой стороне? С 14-го, значит, за царя. Ясно. Ага. Нет, погоди, а с 17-го за революцию. За царя. А как в этих местах оказался? А так чего, шел я, вот и... Дезертир, значит, в сарай. Не, погоди, товарищ. Да погоди писать-то! Так, фамилия? Фамилия как? Говори скорее! Нету у меня. Как это нету? Нету. Сирота я, бесфамильный. На паперте, говорят, нашли меня. Чего ж так долго-то? Так заврались совсем. Дико. А ну-ка, еще раз про голубя расскажи. Да сколько можно говорить-то? Че знаю, сказал. Обрехать не стану, нечего. А ты знаешь, что у меня еще ни один язык не отмолчался, ни один белый шпион не ушел. А-а-а. Юнкерка прихватил с собой, а он от страху обделался и молчит. Ты его не трожь! Ишь, юнкерок! Когда голубь огнем стращал, он один не испугался. А молчит, языком трепать ума не надо. Это верно, ваше благородие. А ты трепишь, выгораживаешь. Ишь, ты придумал поэзию. А может, он сыночек себе княжеский? Да папашу доставляешь. Фронт у нас двойной, за спиной белый. Вот к своими добираетесь. Да, да. Князь он, как же. А я вон граф. Не читать, не писать он не умею. В темноте всю жизнь. Так ты на руки-то мои глянь. На, на, гляди, гляди. Чего? А ты мне руки свои не суй! И чего? Это мы вас заставили мозоли набить? Его она! Ай, нам наша! Ну, как же! Так, говоришь, поэзию сочиняешь. А ты сочини мне стихи. Только не про любовь и цветочки.
Откуда я знаю, что это ты сочинил, а не кто-нибудь другой? Ты мне сочини про то, как есть, про правду, про моего боевого коня, про то, как Красная Армия врага бьет. Или вот, например, про меня. Как я вас вот тут допрашиваю. Ну, что все складно было, что стихи как стихи. Ну-ка, иди сюда. А зовут меня Иван Лагунов, красный командир. А ежели этот листок к утру будет чистым, трибунал напишет на нем завтра свой приговор. Вот так вот. И шлепнет вас вместе с другими дезертирами. Курасов, в сарай. Давай следующего. Эх, беда, беда. Ты сам долго не засиживайся. Вот. Как сочинишь, так спать ложись. Ой, ишь ты, про коня ему. Ты ему вон про нас сочини, вот так. Кто мы с тобой такие, да куда идем? А то, гляди, ты дезертиров нашел. Ой, беда, беда. Ну, сочиняй, сочиняй. Слышь, Ванька, я говорю, ты ему, дурачку, этому так сочини, чтобы он нас до самой Москвы харчем снабдил, а? Или это, конной охраною. Не могу. Про Лагунова этого. И про коня его. Чего, Ваня? Не могу. Чего? Как не могу? Не получается. Ты чего думал-то, Ванька? А ну-ка, иди сюда. Иди сюда. А? Чего-то я тебя не пойму, Иван. Ты чего думал-то, Ванька? Ну? Да сочини ты про этого самого Лагунова и вся недолга. А иначе он с чего нам верить-то должен, Ваня? Правильно, и я б не в жизни поверил. И он, если б сам с тобой не шел. Ты это брось, Иван. Ты это кончай, это. Не могу. Ты знаешь чего? Ты мне докажи. Да, мне докажи. Что не зря с тобой нянькусь-то. Правильно? Мне тоже интересно знать, что это за поэзия такая. Ты брось это, Ваня. Ах ты. Ну ты чего молчишь-то, Ваня? Я не знаю. Это же давно было, до войны. Ну? Тогда получалось. А потом как война, так не выходит. Ах ты, вот тебе раз. Да война-то тут при чем? Сорокин, прости меня. Прости меня, если можешь. Да ты чего, Вань? Ванюш, ты... Погоди, Ванюш. Ты чего испугался-то, Ванька? Слушай, ты чего это? Думаешь, война, что ли, вечно будет, да? Да не, простая жизнь без крови, она беспременно должна быть, Вань. Ну, ты что, в самом деле, вот тебе. Нам ведь учитель с тобой говаривал. Ты вспомни, это светлое будущее, да? Для всего человечества. Ты тогда успокоишься, Ваня.
У тебя душа успокоится. Ты еще тогда, Вань, так для людей сочинять-то будешь. Садись. Ага. Садись, Ванюша. Садись. Как курица лапая. Так ведь темно там в сарае-то. Ну, несподручно. В самый раз. А, ну да. Ну, парень, читай свою поэзию. Ага. Бери, Ванюш. Ну что? Ага, читай. Ай! Ага, это, может, мне, товарищ Лагунов, а? А ты ж неграмотный, забыл, что вчера говорил, а? А нет, я не отказываюсь, нет. Только-то, Ванюк вчера сочинял, а я слушал, ну. Ночью-то не спишь, ага, не хочешь, а упомнишь, чего там? Ну, читай. Ага, вот. Наш товарищ Лагунов! Сразу скажет, кто шпион? Все? Все. Маловато, Сорокин. Ну да, нет. А там еще припевка у нас есть. Ну давай припевку. Ага. Эх, Манюха, жги! Опа! Да опять не береги! Опа! Поэзия! Ёх моё! Так то, что частушку перекромсал? А, нет. А какую частушку? Не, у меня на них памяти никогда нету. В бумажке так написано, у Ванюхи. Жаль мне тебя, Сорокин. Но придется расстрелять. Да как же это, расстрелять-то? Вот тебе раз. Да за что же стрелять-то? Правильно, не за что, дырья твоя башка. А, ну да. Курносов! А ну, веди того, голубка! А. Не попадись он, в жизнь тебе б не поверил. А так-то. Забирай свой, рыжая твоя голова. А, благодарствую, благодарствую. Сальце. А, вот. Как сынка-то зовут? А? Да Вани. Ага. Мы с ним оба Иваны. Да мы тут, почитай, все Иваны-то. Иваны! Моя папа! Аня!
еще водички попьешь маленько? Ну-ка, давай. Вот. Вот ведь беда какая. Не уберег я тебя. Ну что, дальше пойдем? Видно, Ваня, нам в город с тобой зайти придется. Так ты же говорил, в этот город нельзя, а? А мы ненадолго, Ваня. Вот. Отлежишься маленько, и дальше пойдем. Ничего, Ваня. Все хорошо будет. Все хорошо будет. Слышь, землячок, тебе случайно наган не нужен, а? Наган богатый, дареный. О, гляди. О. Не один я, понимаешь, с парнишкой. Ага. А он у меня приболел, малость. Так вот, понимаешь, подхорчиться бы нам, а? Я-то отдам за сколько хочешь. Давай-ка лучше я тебя табачком угощу. Как раз на дню закрутки осталось. Чего там табачком-то? А наган-то свой здесь не продашь, никто не купит. Нынче у каждого свое оружие. А вот насчет хлебушка того. Ты насчет нагана не заикайся. Патруль в раз прихватит. Беляков полный город. Но война все перевернула. Держи. А? Да нет. Не курю я, земляк. Спасибо, не курю. А Ваня? Вань, ты гляди, что я тебе принес, да? Вот. Погрызи кисленького, да? Давай. Яблочко это оно хорошо. Ага. Вот. Вот. Грызи, грызи. Грызи. Ну-ка, открывай рот. Давай, давай. Вот, вот так. О, расселись. Ах, вы голодранцы несчастные, бродяги проклятые. А ну, вылазь. Слышь-ка. А ну, вылазь, я говорю. Погоди-ка. Пошел отсюда. Да не трожь его. Трогайте меня. Да не трожь тебя, говорю. Патруль!
Есть тут что? Кто там? А ну говори. Прибью на месте. Ну это? Сорокин, я и Ваня. Мы без всякого. Дверь тут открыта была, мы торкнулись да зашли. Понимаешь, какое дело, дочка? Дядя нашелся! А ну, валяй отсюда! Валяй, валяй! Не видишь, что ли, люди живут? Да погоди, ты пусти, дрынь-то, рука отсохнет. Тебя как звать-то? Ты мне зубы не заговаривай! А ну, собирай свое шматье и валяй отсюда! Это что еще? Да я же говорю, Ваня. Вот, мы что зашли-то? Дверь-то открыта была. Но мы торкнулись и вошли. Вот. А он заболел малость. Комнатов-то много, а кругом стекла побитые. А его трясет вот. Да ты не сомневайся. Мы ночью переночуем, а утром уберемся. Отойди к окну. Ну, иди. Ну. Там и стой. Че у него? Тиф? Да нет, вроде это. Да хоть и тиф, не боюсь. Болела. А я тоже. Брюшным, сопняком, развратным. Каким? Развратным. Возвратным, деревня. Чего возвратным-то? Да черт с тобой, ночуйте. Оружие только отдай мне. Утром уходить станете, верну. Так спокойнее будет. На пол клади.
храпеть будешь, убью. Эй, где мужик-то? Мужик где? Ушел. Ушел, гад. Ой, дура чертова. Как последнюю дуру обвел. И оружие тварюга не пожалел. Дядя нашелся. А ну вставай. А ну вставай, уматывай отсюда. А ничего. Я на тебя в комендатуру заявлю. А там пусть разбираются. Ничего, захочет вылечить, вылечит. Доктора есть. А не захочет и черт с тобой, понял? Эй, парень. Ты чего молчишь-то? Еле дышит. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай отсюда. Помрет еще. Не найдется какой, а? Мне все харчи токма. Ага, я тут тяжелый, там грязный, чего не попадя, а? Слышка! Ты что ж делаешь, а? Думаешь, дуру нашел, да? Ты куда убег? Ты куда убег? Тятя нашелся. А ты о нем подумал, гад? А
А ты подумал, что он сдохнет здесь? Сдохнет у меня, тварюга проклятая! Ты вот что, девка? Мы поживем тут у тебя. Маленько. Покуда он не поднимется. Мужик, я ж думала, ты убег. А ты что это его в свою постель-то ложила? А это чего на нем? Да рубаху-то его я постирала. Ну-ка. Чего ты, куда? Дует там, трусит его вон. Да ладно, ладно. А здесь тепло, небось. Ну-ка, Ваня, давай-ка. Вот, давай. Вот так. Доктор бы ему надо. Будет и доктор. Мужик, а может, ты жрать хочешь? У меня хлеб есть. Спасибо. Сыт. Да, вот оно, Ванюх, как все уходит. Это ты надорвался, Ваня, душой надорвался. Ничего, Бог даст, выздоровеешь. И пошагаем мы с тобой, Ваня, аж в самую Москву. И все у нас будет. Ладно, Вань, все будет хорошо. Ты чего? Ничего. Я подумала, он тебе чужой. Я погибну. Ну так что же, коль мое погибнет тело, будет дух мой так же биться, все за то ж святое дело. Я желал бы сон нарушить, сытых счастье разрушить. Мрак развеять, разогнать, всем униженным, скорбящим, всем о счастье молящим я хотел бы счастье дать. Совсем моя Софьюшка хозяюшкой стала. Собирайся, мое солнышко, надень мое платьице и айда на бульвар, пока еще играют в парке вальса Штрауса. Кто это там в твоей постельке? Мальчик, Соня. Тише. Он больной, спит. Что с ним, понос, рвота нет? Нет, это не холера и не тиф. Я не знаю, чего. Где же ты его подобрала, сестра ты моя милосердная? Ну да ладно, Соня, собирайся. Я решил. Хорошо, об этом потом. Видеть тебя не могу в этом тряпье. Ну, как же я пойду? Ну, а кто он тебе? Кум? Сват?
Брат. Соня. Соня, ты же говорила. Но ты тоже много что говорил. Я не пойду. Когда привезли их в Рим и спросили, ну теперь не верите? А они отвечают, все равно верим. Тогда старших веру и надежду казнили, а любовь, младшенькую Любу, ее к колесу привязали и стали палками бить. А после ей голову отрубили. А мать ихняя, она все видела и только говорила, терпите, терпите. А после схоронила их всех в одной могилке. И прямо там же, на ихней могилке, от горя и померла. Ты чё? А я тебя раньше видел. Да ладно, врать-то. Где ты меня видеть мог? А я видел. Да ну. Наспался, Ванюк! А я вам поесть принес, во! Эй, нашел ведь я, Ваня, работу-то, ну, и человека ведь хорошего нашел. Вы что, приуныли-то у меня, а? Ну-ка, поднимайтесь, поднимайтесь. А мы теперь, а, два раза в день есть будем, о! У нас кипяточек найдется? Есть, я как раз для Вани с рабой завариваю. Дело, чайку сейчас попьем. Ты гляди, Ваня, ты гляди, какие у нас пироги с тобой. Ну-ка, поднимайся. Поднимайся. Ты не смотри пока. Ага. Вот. Вот оно как. Погоди. Держи, Ванюх. Че это ты? Гляди, сахар. На. Куда столько-то? Ой, погоди. На, кали. На, Ванюш. Помешай. Бери, Самат. Это, Ваня, ты туда-сюда не болтай. А? Нельзя это. А почему нельзя? Лишаи пойдут. Чё ты? Ты чё, девка, больно развеселилась. А тебе теперь смеяться не надо. Чего глядишь-то? Наворотила делов. Вот так вот. Вот не при Ване будет сказано про глупости твои. Мужики вон сюда по ночам шастают. Давеча он офицерьё под окнами крутился. Эх, каким безобразием занимаешься, Сонька? Ты ведь кончай. Вот я тебе что скажу, кончай. Новая жизнь идет, а ты... Я кому мешаю? Тебе, может? Вон в лесу там с подружками за ягодами ходила. А ты ведь чего, Сонька? Ох ты, не моя ты дочь, а? Вот не моя ты дочь. Подругами? Блин. А где ты был, когда мы здесь с голоду подыхали?
Где, когда купили меня за мешок картошки? Чтобы мать с братом живы остались. Таких умных много, а сюда все за одним ходят, понял? Ну, не реви, не реви. Чего реветь-то? Ведь девка ты хорошая. Приютила нас, Ванюху мне выходила. Разве же я без понятиев? Я тебе деньжат приготовил. Вот, держи. Как же, полный расчет. Съезжаем мы завтра, Сонька. На, подавись. Сгодятся в новой жизни. Гуляй, дядя, а мы уж тут как-нибудь. Вот дура, девка. Ты это, ложись, Вань. Сонечка, Соня, не надо плакать, Соня. Соня. Ну чего ты, иди отсюда. Сонечка, не надо. Соня, я тебя очень прошу, Соня. Пожалуйста, Соня, не плачь. Мы в Москву вместе пойдем, Соня. Да, слышишь? Да ну тебя. Чего? Песню. Я никому никогда. Только там Сорокин спит. А ты тихонько. Ну. Да ладно, ладно, хватит тебе. Своих что не узнаешь? Хватит брехать. Сорокин, завтра пойдем. Вот всемяшилась тебя. Ну, пойдем, пойдем. Завтра пойдем, Соньку возьмем, пойдем. Ты вон на ногах не стоишь, а тоже мне завтра его, завтра его. Вань, переждать бы надо.
Давай, давай, проходи, Ванюша. Доброго здоровья, Марья Пантелеевна. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, раздевайтесь. Давай, Ваня, снимай, вешай. Вот, Марья Пантелеевна, это стал быть Ваня. Вижу. Я тебе говорил про него. Вот, вместе, стало быть, будем. Здравствуй. Худой какой. Так, после болезни. Я же говорил тебе. Что делать? Ну, проходи, Ваня. Проходи, Ваня. Присаживайся. Вот, садись. Вот, Марья Пантелеевна, стало быть. Сейчас будем кушать. Ух ты, кушать. Ванюха! Присаживайся, Ваня. Благодарствуем, благодарствуем. Вот, Ванюха. Гляди ты. Константинов, ждать не будем. Подождете! К черту! Ты что, красных собралась встречать, глупая? Я тебя здесь не оставлю, Сонечка. За тобой я. Нет! Что с тобой, милая? А? Брат, мальчик, умер? Жив. Жив. Ну и слава богу. Едем, Соня, едем. Кончается все. Конец света, ничего не осталось. Пустота, все к черту. Только ты и я. Ты и я. Уходи. Никому не отдам, никому не отдам. Город веду, счастье мое. Богатство мое, спасение мое, Господи. Нет, Господи, нет, не хочу, пусти меня. Только пусти, ты. Моя... Пусти меня. Нет. Что ты? Сонечка? Ты нет. Не подходи! Не надо. Вспомни, как нам вместе было хорошо. На Пасху. Помнишь, канарейка? Ты еще смеялась? Как ты смеялась, моя милая? Я же тебя от смерти спас. За мешок картошки. Нет, что ты? Измордовал меня всю. Кровь мою пил. Застрелю, гада, людям дышать легче будет. Не подходи. Не подходи, убью. Соня. Не подходи. Милая. Не подходи ко мне. Не убью. Надо. Нет. Ты не убьешь. Нет. Ты ведь только жалеть и любить умеешь. Только жалеть и любить. Нет! Вот так вот и заживем мы все. Вот. Сорокин, я не останусь. Я тебе дам, не останусь. Я вот что должен сказать тебе, Марья Пантелеевна. Ты не гляди, что он это, вот, Ваня-то. Он не просто Ваня. Нет, он у нас поэт. А, ну как же, Вань? И у нас с ним направление есть, правильно. Человеку одному, ну как же, Вань? Вот. А это, Марья Пантелеевна, поэзия. Да знаю это... этих поэтов. Вот, видишь, Ваня. В Москве их видела. Вот, видишь, Ванька. Как же так, Марья Пантелеевна? Не знаю, как сейчас, а раньше этих поэтов в Москве был, как собак нерезанных. Вот, да. Да это как же, Марья Пантелеевна? Вот скажи мне, Вань. Вот какое дерево лучше, липа или берёзка? А, во-во-во, ну-ка. Ну, как лучше? Ну так, ну какое дерево лучше, липа или берёзка? Ну, Вань, липа, а берёза, ну чего ж тут? По мне берёза. А, берёза! Вот тебе и поэт. Тебе только, чтобы красиво было, а про пользу не думаешь. А, ну да. Ты на свою берёзу будешь любоваться, да стишки сочинять, а потом потребуешь метку липового да лапти, о, так? О, да, Вань. Вот так, Ваня, и стихи эти, сытым от них не будешь. А правильно, вот правильно, ты сам посуди, Вань. Вот у матери ребятёночек рождается, так? Так чё же он, разве стихов требует? Нет, вот ты, материну этого титьку требует, вот так. Эх, Вань, ты вспомни, сколько мы с тобой болезней да и горести приняли, а, вот так. Вот Марье Пантелеевне спасибо, ну, она нас тут приютит, мы с тобой поправимся, ты оклемаешься и пойдем мы с тобой дальше, вот. Вань, если, ну подожди, вот если ты поэт,
Сочини мне такой стих, чтобы я его прочла, и как будто щей горячих с курятиной миску навернула. С курятиной! Ва, сочини! Погоди, погоди, сочини! Ну, давай, ну-ка. Жиром заплывете. Да погоди, куда ты, Ваня? Ваня! Да погоди! Да сиди! Да погоди, давай, Пателена, Ваня! Я сказала, ну, куда он денется, набегается, придет. Так, дитя же он еще, Марь Пателена. Да, умный какой. А чем это жир плох? Слышь, землячок. Ну? Чего за станция такая? Москва. Да ну не бреши. Брешешь. Это у тебя в деревне, наверное, собаки брешут. Москва это, сортировочная. А столица нынешняя вот тут, рядышком. О, вылазь, вылазь, дальше дороги нет. Да погоди, как же так? Вань, Вань, ну поднимайся. Поднимайся, Вань, Москва, Москва, Ваня. Где? Да вон рядом, Ваня. Поднимайся, пошли, как пошли. Так тебя и ждут, лапотник. Вы думаете, это так просто? Туда пропуск надо? Да где же его достанешь, пропуск-то? Как где?
А ты сходи вон к начальству. Там состав формируют. Может быть, тебе пропуск и выпишут. А, пошли. Давай, пошли, Ваня. Спасибо, землячок. А, давай, давай. Там тебе выпишут. Ездят тут всякие. Всем Москва нужна. Давай, да, давай, двигай туда! Вот беда какая. Пошли, Ваня, пошли. Давай, не отставай. Ты гляди, что тут у них народ сколько, а? Посторонись. Товарищ, ну, бегут, а, вот бегут. Так, давайте. Первая рота. Список шестой роты. Следующий. Список четвертой роты. Список второй роты. Еще. Список третьей роты. Все сдали, товарищ? Ну, погоди, товарищ дорогой. Товарищ кто дорогой. Кто такой? А, да я Сорокин. Документы. Да вот документ, что у меня и нет. Как так нет документов? Ну, как-то, вот так и нет. А же... вот. Пропуск нужен. А пропуск-то и нету. Как это нету? Да нет, погоди. Это. А ну, пошли. Говорите. Так, товарищ комиссар, вот я и говорю. Пропуск бы нам. Понимаешь, какое дело? Мы ведь задание получили, до Москвы дойти. Приказ у нас такой. Через всю Россию прошагали. Ага, вот чуток осталось, а? Кто послал? Учитель. Как звать, фамилия? Да вот, фамилия-то я не знаю. Фамилия-то какая? Его ведь так звали. Учитель, да учитель. Ага, в очках такой. Где сейчас он? Так я же говорю, нет его. Ну, погиб он. Зачем он послал вас? Так я же вот говорю, ну, Ваня вот. Ваня, как бумажка-то эта? Революция и поэзия. О, революция и поэзия, я же говорю. Мы ведь сколько верст с Ваней прошли, кругом революция, так? Кругом за нее битва какая большая идет. А поэзия, вот она поэзия-то. А, Ваня, вот, и полторы версты осталось, а? Пропуск бы какой, а, товарищ комиссар. Ну и что же вы собирались делать в Москве? Да поглядим на нее сначала. Ну да, какая она, да, Ваня? Вот, а потом разыщем, значит, этого товарища Соколова. Вот, он у них там главный. Ага. Я ведь вам чего, товарищ дорогой, скажу-то? Ведь он вот, Ваня, за всю дорогу, что мы шли, ни одной поэзии не сочинил. Ага. Ну а как же, продых ему нужен. Вот. А потом он сочинит. Это я верно говорю. Знаю. Нет той Москвы. Чего? Говорю, нет той Москвы, в которой вы шли. Есть фронтовой город, ему нужны бойцы, оружие, патроны. И журнала нет. Вышел один номер. А ну, это мы еще поглядим. Да, Ваня, вон товарищ Соколов-то. И Соколова тоже там нет. А ты откуда знаешь? Я. Соколов. Ванька. Товарищ Соколов! Мы же это вот... Памятник. Чего, Ваня? Памятник. А, верно. Верно, Ванюха, верно! Товарищ Соколов! Мы вот... Нам бы памятник учителю, а? Чтобы помнили о нем все! Слышишь? Чтоб не забывали его никогда. Вот. Будут и памятники, товарищи. Будут. А сейчас нам надо нашу революцию защищать. Возьми. Отдашь на месте и учись. Спасибо. Егоров. Я. Доставишь товарища к Антонову. Есть. Счастливо. Да, товарищ Соколов, вот тут учитель просил вам передать. Тут барабан, правда, пустой. Патроны-то пути поизрасходовались. Федор. Забирайся, не боись. Пятая рота, в третий вагон. Ну? Трогай! Держись там крепче, Ванюша! Ага. Тай-рай-рай-ра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 
Не потревожили? Рановато мы. Да, какой тут сон. Война снится. А-а-а. Табачку нет? Да нет, не курю я, отец. Вот направление у нас. Это не мне. Это туда. Ольга Васильевна! Ага, ну-ка давай, Ванюша, давай. Раньше всех сегодня. Сирота? Круглый, бесфамильный. Зовут? Ваня. Здоров? Бог миловал. А слаб он только в дороге-то. Ага. Его бы на довольствие надо поставить. По полуторной норме. Ну, и лучше по двойной. Одинаково всех кормят. Кем ребенку приходитесь? Да, направление у нас. Распишитесь. Неграмотный я. Крестик ставьте. Ага, это можно. Вот здесь. Ага. Ну все, прощайтесь. Погоди, барышня, это что же, а про меня там ничего не прописано, что ли? Ну-ка, дай-ка сюда. Ну-ка, Ваня, давай, прочти, чего там? Прошу принять ребенка. Комиссар Соколов. И все. А что про тебя там должно быть написано? А что? А, да нет, это я. Так. Вань, а картуз твой где? Когда ехали, он слетел. А вот тебе раз слетел. А без куртузат как же, а? Это не страшно. А да? Пойдем. Я не пойду. Да вот, да как же не пойду-то? Вот ведь оказия какая. Вань, ну раз надо, значит надо. Сорокин, пойдем. Пойдем дальше. Да куда ж дальше-то? Пришли мы. Ой, пришли. Ничего. Тебе здесь хорошо будет. Ну, а как же? Вот сыт будешь, а будут. Правильно все. Получилось, Вань. Ничего. Все хорошо будет, Вань. А как же ты, Сорокин? Ну, я чего же? Воевать, видно, пойду. Куда же еще-то? У меня теперь одно направление-то. Воевать, верно? Вот так вот, Ваня. Вот у нас как с тобой выходит-то. Не прослушайся, гляди. Ну, пойдем, пойдем. Ваня! Ваня, на документ, если будут записывать! Записывайся с Сорокиным, Ваня! Слышишь меня, Вань? Сорокиным записывайся, Ваня! Сорокиным!